Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть игра Collapse. Ну давайте, надеюсь, последнее внутри я уже закончу. Осталось только подземелье пройти. Подземелье пройти и босса убить. Босс самый сложный, самый противный такой. Итак. Да. Перемещаемся. Так. На. Так. Но это не все. На. Так. Подожди. Вот так. Ты меня еще задел, что ли? Я и так-то вас... Подожди. Оп, оп, оп. Бум. На. Опа. Подожди. На. Хоп. Подождите. Ни хрена вы меня покоцали. Подожди. Да. Бля. Минутка. Так. Да. Подожди. Так. Да. Вот так. Где ты, падла? Так. Да подожди. Да нет, лучше уж заново, блин, потому что... Хотя, блин... Вот это самое хреновое, там шутить его ничего. Они-то даже атаки сбрасывают. Стоп. Да подождите вы. Да. Опа. Вот так. Ой. Так, надо подождать, когда энергия, наверное, остановится. Так. Мне вот это нужна будет. Так-то вроде недолго. Блин, ну, блин, аптечку потратил на эту тварь. Я считаю, это кошмарно. Так, ну все, вроде самое главное восстановлено, да? Там еще замедление времени, конечно. Ну, давайте по ходу. Так. Вот это что у меня? Жизнь и энергия, что это? Что это?
соединилась в кристалл. То ли какая-то мини-броня какая-то. Или что, или мне обратно туда надо? Опа, это я где? Ага. Минутку. Нет. Спокойно, можно, конечно, и замедлить время, если вы не уверены в себе. Но... Тут, блин, еще и непонятно, то ли она внизу, то ли она наверху. Вот так. Так. Подождите. Да что это? На. Все? Блин, блинский. Так, вот она и есть. Надо было на пистолет переделаться. Ладно. Надо было на пистолет переделаться. С пистолетом там прыгать дальше, больше. Быстрее. Да ё-моё, кто мне там названил? Так. Давай, давай. Вот так. Вот так. Подожди, я нахрена сюда-то пришел? Мне на ту сторону надо-то. Да, блядь, кто мне там звонит? Минутку. Так, мне вон те надо. Ошибся просто. Не туда прибежал. Так. Блядь, вот из этого телефона кто-то звонит, и вот так вот, блин. Одно расстройство немножко, конечно. Когда что-то делаешь, тебе звонят, да, всем что-то надо. Я еще забыл, блин, надо идти вон в сторону кристаллов.
Так. Хрен там, ага. Два раза нахуй. Мясо, да? Сложновато, блин. Хотя можно, конечно, и время замедлить. Но постараюсь так. Поспешил, поспешил. Мясо. Мясо. Давай еще разок. Так. Да почему не допрыгнул-то ты? Вроде все нормально, и прыжок был хороший. Так-то это непредсказуемо в этом плане. Да, он летает между этих штук, так может там вообще. Да вот нормально же, да вроде должен был допрыгнуть. Значит, это не она, теоретически. Значит, не на ту прыгаю. Значит, я даже не смогу на нее запрыгнуть, как бы я ни пытался. Ну, по мне так, так кажется. Давайте, идет на круг. И надо вот на эту вот успеть. Хопа! Вот видите? Тихо, тихо. Вау. Так. И мне на какую надо прыгать-то? Сейчас. Вот на эту, наверное. Бля. Ладно. Вот такая вот очередность у них, что ли. Как-то, блин, это все. Да. Какая? Вот она, вот она, вот она. Бу-бу. Нет, не смог. Еще и так летит медленно. Поздно, рано нажал, наверное, еще. Давай быстрее. На. Вот так. Надо вот как-то на эту, да, попасть сейчас. Вот так. Фу. Ой. Подожди.
Да у меня тараканы, блин. Вот эти вот. Подождите. Опа. Да. Да подождите вы. Так, где жук? Вот он жук. Пока я сумею телепортироваться-то. О, и не обязательно вас убивать. Время. Ну давай, время, так время. Даже не знаю, что здесь время. Ну, время. Так. Ой-о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 й. Ну, давай, заряжайся. Что ты там? Вот так. Ты, блин. Блин, блинский. Да. Так. Блин, опять этот вонючий жук. Вот они самые пиздопротивные. Так. Да. Где? Тихо. Да. Есть. Все потратил на вас, падла. Мать-то. Да. Подожди. Опа. Так.
Ай-яй-яй. Все. Аптечка, аптечка. А может, что жизнь еще даст? Хрен там, хрен допросишься. Да. Давай, теперь копись опять. Патронов-то тоже нема. 25 осталось. Хоть мне и не нужны будут, но сейчас. По крайней мере, хотя бы на сейчас, чтобы мне хватило. Сколько мне так по коридорам еще прыгать? Так. Куда мне тут надо? Так, куда бы мне? Куда? Не знаете? Я тоже забыл. Так, ну значит мне туда не попасть. А, мне вот так вот надо. Нет. Блин, рано. Рано. О, ну-ка, подождите-ка. Да как так-то, блин? Всякое бывает, блин, ну так-то, да? Немного расстроен, конечно, в этом плане. Ну что ж. Так. Подождите, а мне куда надо тогда получается? Там точно такая же перегородка. Куда идти-то? Ага. Надо было вот так вставать, значит. Так, давайте-ка посмотрим, как они тут, в каком порядке ходят. Так. Вот так. Да подождите вы. Да. Ой. Так.
подождите. Подожди. Да. Так. Так, стой, чем круто вообще не в счет. Сейчас не надо подходить только туда. Бум. Вот это ты-то вообще не в счет. Спокойненько. Подарочек есть какой-нибудь? Блин. Мало чего, патронов мало. Ну, пойдем, что у нас последнее осталось? Двойник. Держите двойника, если так хотите его. Чашечка чая. Так. И что, у меня время не восстановилось только? Да. Время не восстановилось. Ну-ка. Я птичку не потратил еще одну. А это плохо. Ну давай, где там что? Какой-то прогресс наблюдается? Ничего не наблюдается. Сколько можно там уж ползти-то? А, вот, я со всех четырех сторон все открыл. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Вот он, босс. Барбос. Прыжку. Вот здесь надо. Вот так вот. Да, да блин. Да не так. Твою ж мать. Дебил гребаный.
где ты? Так. Давай, давай. Где ты? Припрыжечку. Так. Вот так. Рушь вот этой штукой, рушь. 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 Первый разрушен. Давай. Где ты? Прыжечку. Какой? Подожди. Раз. Да ж твою мать-то. Сам накосячил. Что, заново теперь надо первую что разбивать? Ёж твою мать-то. Ну-ка надо, сейчас давайте посмотрим для начала удары. Вроде все делал правильно, почему... Так, арсенал. Навыки. Оружие. Да нет, оружия нет. Вот. Хвост дракона. Это влево. Это вправо. Видите? Это вверх. Ну да, вверх. И это просто без никто. Первый кристалл. Первый кристалл разбит. Так, пока я в этом кругу, у меня патроны пополняются. Красным. Да. Так. Так, давай. Припрыжку. Какой? Есть. Разрушил.
Давай. Вау. Только так, только энергоударом не бей. Да как так, я же кувыркнулся. Да как раз под крылья тебе. Ой-ой-ой. Так. Вперед. Так. Так. Блин, почему не получается? О. Поздно. Поздно. Ни хрена ты. Нифига ты, блин. Так. Сейчас ты по-любому пойдешь. Давай. Лети подзаряжаться. Так. Вот так. Разрушай. Не успел. До конца разрушить не успел. Так, где он? На. Да почему ты так? Рьяно так ко мне относишься. Давай. Блин, туда. Что тут? Давай, крутись. Разрушил. А, какая-то хрень меня там спасла, что ли? Давай. Закон полностью никто не отменял. Никто не говорил, что будет легко. Ладно. Нифига. И сразу что ли так? Еще три подряд. На. Разрушай. Не успел. Блин. Плохо. Yeah.
Кто тут? Не получилось сразу. Потом это заключается сложность. Где-то. Давай. Так. Разрушь, пожалуйста, разрушь. Тоже сразу не получилось, да? Где ты? Что тут? Два. Получилось. Две разрушены. Честно, у меня-то таких приблуд нету. Где ты? Так. Разрушил. Последний вонючий кристалл остался, где надо вверх держать. Давай. Блинский. Так. Mm.
Я действие какое-то совершил. Так. Давай. Что, игра мечами? Ой, игра на стрелках, да. Повешай. Нет. Опа. Так, опаньки, да я его же убил. Да какой я молодец. Твою ж мать, а я думал, там сейчас ничего будет. Я говорю, я давно играл в эту штуку. Где же этот ключ? Я все сделал, но дыра по-прежнему открыта. А разве Елена тебе ничего не сказала? Да нет. Что? Так значит, ключ. Это я. Да. Она же говорила, что ключ это ты. Давай. Ну, правда, тут мне уже воевать-то не с кем. Все, я сейчас встану и конец будет. Но тем не менее. Смотрим ролик. Нет, ну игра-то по-своему прекрасна, да. Это, кстати, первая игра клавишная, которая до принца Персии. Принц Персии потом просто у него пошла клавишная игра. Это, по-моему, первый вперед вышел. Где на монстре хоп-хоп-хоп, там надо клавишами рулить. Он все-таки сделал это. Ты знаешь, старик? Я сомневался, что Родан решит пожертвовать своей жизнью ради спасения этого мира. Ведь он знал лишь ее темную сторону. У каждого свой путь, свое предназначение. Я рад, что все закончилось именно так. Пора подумать о другой жизни. Однорукий бандит. Но я что-то сомневаюсь, что я умер. Или реально умер? Реально умер! Представьте, вот так вот. Жил, оказывается, я ключ, чтобы закрыть дыру и спасти целый мир. Я просто должен был самопожертвование сделать. Хотя во многих библейских сказках и религиях самопожертвование возвышает и делает человека как бы бессмертным, в зависимости от ситуации. Ну что ж, закончили еще одну превосходную игру «Коллапс». Эта игра старенькая. Мне она понравилась, да, были моменты, где я, да, конечно, понервничал. Были моменты, где я немножко психанул, хотя это мне не свойственно. Но, да, да, игра стоящая, стоит играть. Стоит играть, это также игра не только с оружием, но еще и на мечах. Своего рода очень даже хорошая. Советую, советую. Ну что ж, на этом все. Теперь увидимся только в следующей игре. Пока!